Команда футболистов спортшколы «Сатурн» 2009 года рождения за 2023 год не проиграла ни одной встречи. Зимой команда в третий раз подряд стала золотым призером первенства Москвы. В первенстве Московской области по футболу в 22 играх одержала 21 победу. Ребята набрали много очков, принесли в копилку общеклубного зачета и по итогам первенства вышли в премьер-группу на Московской области. Команда тренируется на стадионе «Красное знамя». Поздравить ребят с успешным завершением сезона приехали глава округа Николай Ханин, музыкант Аким Апачев, председатель комитета по спорту и молодежной политике Сергей Зайцев, директор спортшколы «Сатурн» Константин Новицкий. Следующий год уже будет еще более серьезным. Вы переходите на новый уровень своего спортивного мастерства. За всем этим стоит большой труд. Ваш личный труд и ваша вовлеченность. И, конечно, родители тоже принимают в этом участие, самое непосредственное. Аким Апачев – военный корреспондент и музыкант. Любит футбол, поддерживает молодежь. При первом же обращении тренера не смог не откликнуться. Теперь Аким – друг команды. Тренер написал мне в личку. Написал, говорит, смотри, вот ребята играют и выходят на матч. Заряжаешь песнями твоими. Ну, конечно же, я не мог пройти мимо этого. Мне вообще приятно, что молодежь заряжается вот этой энергетикой, потому что это правильная энергетика. Если взять конкретные задачи, мы попали в премьер-лигу. Там Академия играет, там очень сильный. УОР Егорьевск играет, Подольск, Красногор, Зорки, которые играют на ФЛ. Вот. Но мы все равно будем ставить задачу первое место. Я понимаю, что тяжело, ребята, даже мои говорят, это невозможно. Но если ставить задачу третье-четвертое место, станешь седьмым. А если ставить первое, стремиться к победе, ну, будем вырабатывать дух победителя. Мы считаем вас членами нашей команды полноправными. Без вас бы не было победы, потому что победа в единстве. Родители, руководство школы, директор Константин Константинович очень благодарен. Но все администрации – это общая победа. Не может одна команда, один футболист победить. Только все вместе победим. Это медаль к вам. И ребята приготовили сюрпризы тоже. Два мячика с пожеланиями вам в Новый год. Поэтому от нашей школы спортивной стороны подарок. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.